откуда вы беретесь-то, а? Я понимаю то, что вы в тот раз были в башне, но вы же ее захватили. Откуда вы узнали мой адрес и что вы вообще здесь хотите? Они 100% пришли за костюмом. Поэтому мне, наверное, нужно будет его вернуть Старку. Я же не могу под угрозу ставить ни Перчика, ни свой дом, ни Катюху. Не, я лучше отдам этот костюм и умру от этого вируса-паука, который сейчас отравляет мой организм. И этот костюм больше его не будет сдерживать и лечить. Но я не поставлю под угрозу свою семью. Так, еще раз нужно проверить. Включить камеру. О, что-то пошло, пошло. Да и... Включить камеру. Да почему не работает? Почему у меня вебка пропала? Я сейчас без вебки играю. Ох, ладно. 69-й база вызывает. База! 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 Прием! Да-да-да! 69-й слушает. Вы куда пропали? Я куда пропал? Это вы куда пропали? Я 3 дня с вами связаться не мог. У нас рация сломалась. Мы ее чинили. Вы как себя чувствуете после последнего задания? А со мной? Да все нормально. Я никуда не пропал. Просто... Вот... Приболел просто, база, приболел. Есть новое задание для вас, возьмете. А, да, за задание, конечно, возьмусь. Говорите, куда нам нужно. Нам позвонил сторож заброшенного завода и сказал, что туда кто-то пробрался. Они гремят бутылками и мешают ему спать. Да, я сейчас выйду, ага. Все, база, отбой. Удачи вам, 69-й. Я лучше не буду говорить базе, что со мной происходит. Я лучше не буду говорить базе то, что у меня есть костюм железного человека. Как-то странно то, что база пропала сразу же в ту же секунду, как на меня напали в башне Старка. И появилась только сейчас. Я начинаю что-то подозревать. Я пока не буду делиться с базой, почему и откуда у меня есть костюм Старка. Ладно, Катюха возвращается через несколько часов, я уже успел все это тут починить, поэтому мне нужно успеть сгонять на задание, которое мне только что дала база. Но перед этим мне нужно забежать в свою такую уютненькую контору, где я храню свои припасы. И мне нужно взять, ну, немножечко магазинов, ножик, пистолет, прицел. 2 глушителя и рукоять. Дымовую гранату я не буду брать, потому что это все же стелс-миссия. Зачем я это беру? А затем то, что база в прошлый раз мне сказала, что, мол, отправляйся на задание в башню Старка, там хулиганы. Я пришел, а там террористы захватили все здание. Поэтому я уверен, что она и сейчас немножко преуменьшила. В следующий раз она скажет то, что возле отдела полиции там хулиганы петарды взрывают. Я приду туда, там террориги ядерную бомбу заложили. Ага. Доверять этой базе. До прихода Катюхи осталось примерно 2 часа. Мне нужно успеть съездить туда, мне нужно успеть все сделать и вернуться. Возьму-ка я с собой на всякий случай таблетки, которые помогают мне выживать в данный момент от этого заражения. Пауком этим, наверное, в больничку нужно сходить. Фух, все. Ну, с Богом. Я надеюсь, что я вернусь как можно скорее. А еще вот что я хотел. Еще по пути сейчас заеду быстренько. Возьму кофеечка, чтобы не уснуть на работе. Я надеюсь, что там действительно какие-то хулиганы, а не террорюги. Вот здесь остановлюсь. Забегу сюда. Возьму кофеечка, попью. Здрасте. Да... Здорово, Анатолий, кофеечек, пожалуйста, латте, карамельный латте мне. Ага, спасибо. О, дешевле стали цены, я помню то, что кофе стоил 500 рублей, сейчас стоит уже 300, о, нормально. Как бы эту камеру починить-то, а? А то меня не видно и все спрашивают. Мужик, ты чё пялишься? Мужик, ты пей свое молоко и кушай печенье, ты чё пялишься так на... Валим отсюда, что за странно. Анатолий, сиди, пожалуйста, за клиентами своими. Еще и кофе потерял! Что за дичь происходит странно, не могу понять, а? Сейчас нужно будет ехать по подземным тоннелям. Сначала через огромный мост, потом тоннели. Ой, ну надеюсь, то, что через минут 30 я смогу уже приехать туда. Я не помню, сейчас налево, направо... А, нет, прямо. Вот да, вот здесь кончается дорога, вот здесь я и выйду. Припаркуюсь в лесу, чтобы мою машину никто не смог увидеть. Припаркуюсь вот здесь. И
Кстати, вот там уже завод. Почему я приехал в машине, а не прилетел на костюме? Да потому что лишний раз лучше не палить то, что у меня есть костюм Железного Человека. Поэтому на машине я и приехал. Так, что здесь происходит у нас? Да это заброшенный завод, База! Вы опять надо мной прикалываетесь? Здесь никого нет, это заброшенный завод! Я, конечно, сейчас постараюсь внутрь как-то проникнуть. Возможно, здесь есть какая-то база, отбой. Сообщу, как только выйду отсюда. Как... Это был раньше завод по производству динамита или что, я не могу понять. Почему здесь так много ТНТ? Главное, чтобы ничего случайно не фыцнуло, и я вместе с этим заводом старым на воздух не слетел. Да... Нет, 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 нет! Что? Да что со мной происходит после этого укуса паука? С ума можно сойти! Что? Что? Мне кажется, я быстрее бегать начал. Что? Ничего не понял, что только что было. Опять! Так, мне с каждым днем становится все хуже и хуже. Но я ничего не понял, почему я... Вот, все, я больше быстро не бегаю. И что это только что за чутье какое-то было? Почему мне в голову что-то ударило, то, что мне как будто сейчас грозит опасность, и за углом стоял бандит? Значит, этот завод не такой уж и пустой, как я предполагал. Что здесь вообще может быть, а? Если что, то мне нужно все очень тихо делать. Тихо, сейчас он сюда подойдет. Давай, давай. Минус один. Там еще должен... Опа, еще один. Что это за... У меня... Патронов нет! Патронов нет! Я по нему не попал, но он меня и не увидел, не услышал, потому что у меня глушитель. Иди сюда. Не видишь меня, не слышишь меня. Тюханый бабай. Чё там снайпер-то... Ладно, мне нужно как-то пробраться внутрь. Они 100% здесь что-то охраняют. Только что? Нет, лучше я вылезу из машины. Сейчас. Там танк. И что-то горит. Сейчас я переберусь на другую сторону. Быстро, 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 пока меня не спалили. Еще один бандит. Так, он меня не увидел. И сюда. Один снайпер, второй снайпер. Сейчас уже утро будет, поэтому нужно как можно быстрее перебежать на другую сторону, чтобы снайперы эти меня не заметили. Так, сейчас бандит уйдет вот туда, я его шандар... Давай, 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 вот здесь, вот здесь, вот здесь. Иди сюда. Так, быстро, 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 быстро. Пока меня никто не заметил, никто не заметил. Да, я, конечно, могу сейчас превратиться в Железного Человека, я могу здесь все взорвать, чертовой бабушке, и все здесь на воздух взлетит. Но я тогда не выясню, чем же они здесь занимаются. Это не те бандиты, которых я видел в башне Старка, это кто-то другой. Сейчас нужно... Еще! Ага. Так, ладно. Всех убил. Вроде снизу никого нет. Сейчас мне нужно как-то забраться туда наверх и убить этих снайперов. Только как такой вопрос? Потому что мне нужно посмотреть, что там внутри. Может, здесь есть какой-то подъем, может, здесь есть какая-то лестница. Если нет, ладно, мне нужно тогда будет воспользоваться прямо сейчас моим костюмом. Сейчас, быстренько.
Главное, чтобы меня они не спалили. Опа! Тихо. Чем я могу вас убить? Лазерами или ножиком? Сначала вот этого, а потом другого. Так, сейчас я видел то, что там был где-то спуск. Сейчас я костюм лучше уберу на всякий случай. Вроде я никого не пропустил. Это заброшенный завод или это заброшенный вокзал какой-то? Или на этом заводе производили динамит и поездами отправляли куда-то? Хорошо, что его закрыли. Так, вот здесь. Тихонечко. Ой. Тихо. Он меня не видит. Ага. Там. Что? Я только сейчас... Спокойно. Что это за... База? Аля, база слушает. Ты разговаривайте. Тихо, разговаривайте. Здесь на этом заводе не хулиганы. И сюда не пробрались какие-то школьники. Тут происходит что-то... И этого мужика я видел в башне Старка тогда как... Неважно, база отбой. Что здесь происходит? Кто это? И что это за фигня перед ним?